Здравствуйте, в эфире телекомпании «Город», программа «7 минут». Весеннее солнышко, с каждым днем все теплее, и поневоле начинаешь задумываться об отдыхе. Об этом давайте сегодня и поговорим. Мы пригласили в гости директора туристической компании «Остров Сокровищ» Романа Яковлева. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Отдых за рубежом давно не экзотика. Сегодня практически каждый может позволить себе купить горячую путевку, и пока соотечественники погрязают в снегу, понежиться под теплым южным солнышком. За бережно сэкономленные деньги россияне рассчитывают получить тот самый All Inclusive с отелем, питанием, страховкой и развлечениями. Дело за малым – правильно выбрать туристическое агентство. Есть наверняка особые тенденции в каждом сезоне. Какие сейчас? Зимой обычно отдыхать достаточно дорого, но зато огромный выбор направлений. Летом меньше? Летом, скажем, немножко выигрывает конкуренцию то, что лететь ближе Средиземноморья, и все страны, которые находятся на Средиземном море, они выигрывают в цене за счет дешевого перелета и за счет погоды летом, так сказать, основную массу туристов они себе привлекают. А направления дальние, они зимой как раз пользуются спросом. Вот мне бы хотелось узнать, наши рязанцы, они подвержены больше стадному чувству? В некоторых это наблюдается? Или все-таки стараются там, где русских поменьше? Ну, знаете, в целом можно сказать, что в последнее время рязанцы стали интересоваться все больше географией, скажем так. Если раньше это были самые массовые направления, Турция, Египет, и больше никого ничего не интересовало. Вот. Ну и стараниями, в том числе и нашей компании, мы старались расширять географию и предлагать какие-то еще направления. Мало кто иногда догадывается, что за те же деньги, что поехать в Турцию, можно поехать там в Испанию, или там в Грецию, или в Италию и так далее. Красота красотой, отдых отдыхом, но хочется думать о безопасности. На что следует обращать внимание в первую очередь? При выборе туристической компании обращайте внимание на то, что, ну, во-первых, если есть какие-то рекомендации ваших знакомых, которые уже пользовались услугами. Плюс, ну, смотрите, сколько существует на рынке эта компания. И в последнее время изменились законы, которые регулируют туристическую деятельность. И, соответственно, сейчас мощные туроператоры, которые работают на российском рынке, они указывают агентства сами, с которыми они работают и сотрудничают. Поэтому, помимо того, что вы можете проверить в реестре номер туроператора, с которым вы собираетесь поехать отдыхать, вы можете еще посмотреть на сайте туроператора, рекомендует ли он это агентство, с которым вы собираетесь заключить договор. А вот вы сами рекомендовали бы все-таки пользоваться интернетом, чтобы почитать о ком-то? Я не очень доверяю, например, блогам. Может быть, кто-то один недовольный, а вот пафоса на всю страничку. Ну, знаете, мы стараемся вот в своих, так сказать, мировоззрениях больше опираться на то, что мы видим сами. У нас сотрудники постоянно куда-то ездят, открываются новые отели, закрываются старые, ремонтируются. Мы сами все это смотрим и опираемся больше на свое мнение. Хотя очень часто в интернете можно найти достаточно объективные отзывы об отелях, но не надо это принимать как догму. Дело в том, что очень много отелей ведут, скажем так, пиар-войны между собой в интернете. И можно найти очень хороший отель, где очень плохие отзывы последние, потому что конкуренты, так сказать, давят. И наоборот, да, то есть очень плохой отель, но все отзывы положительные. Поэтому здесь лучше, конечно, доверять больше специалистам. В празднике есть ажиотаж, когда хочется вот эти 5 дней потратить обязательно с пользой? В празднике всегда есть ажиотаж. Единственная такая, скажем так, просьба или рекомендация. Рекомендация, да. Если вы планируете в пиковые даты, как мы их называем, да, то есть это какие-то каникулы школьные, праздничные дни, это надо планировать заранее. Надеяться на то, что там вы поймаете какую-то горячую путевку на эти даты, очень недорого и так далее, это маловероятно. Сейчас такое понятие, в принципе, горячая путевка – это такой, скажем так, рекламный трюк. То есть их миллионы ежедневно. То есть у нас очень динамичный рынок туристический. И тот отель, который утром стоил там 50 тысяч, вечером может стоить 60 тысяч. Или утром стоил 50, вечером 40 тысяч. Все регулируется спросом, все регулируется наличием мест на рейсах, наличием мест в отелях и так далее. Это лето было достаточно суровое, минувшее лето, я имею в виду, в плане того, что где-то самолет упал, не дай бог, да, где-то акула покусала. Наши-то люди на что клюют? На то, где акула все-таки есть и можно сделать красивую фотографию? Или все-таки где-то в объезд, в обход?
Ну, скажем так, многие отвечают, даже наши иностранные партнеры, то, что российских туристов ничем не испугать. Есть еще такой момент, что начинаются звонки, когда если вдруг прошла информация, что где-то там появились акулы, то начинаются звонки, а не упали ли там цены. То есть это уже стабильная такая ситуация. Чисто русский, да, то есть русский люди, подход. Так сказать, подходят вот именно с этой стороны. Если европейцы, так сказать, трепещут перед видом акул и так далее, то русские начинают думать, что, наверное, там теперь цены пониже, можно туда ехать. Вы в этом случае стараетесь обратить внимание на страховку? И вообще, как это все? Стоит ли сразу приобретать с билетами, со всеми условиями, или отдельно как-то подумать? Что бы вы посоветовали? В любой туристический пакет входит уже медицинская страховка. Единственное, есть некоторые виды страхования, которые специализируются там, на конкретных, допустим, там горнолыжные курорты, там есть горнолыжная страховка. Ну, где-то какие-то конкретные риски страхуются. А в целом медицинская всегда входит. Когда мы поранились и нам нужен йод, это одно. Но когда мы откуда-то упали и нас надо госпитализировать, может быть, домой, сюда, то это уже другое. Тут серьезная ситуация-то может быть. Ну, в целом страховки покрывают все эти случаи. Единственное, есть какие-то нюансы, где там обострение каких-то хронических заболеваний там, или еще что-то. Это уже страховое, так сказать, дело. То есть надо сначала со страховой компанией связаться, а дальше или они вам присылают врача, или врач, или говорят, что обращайтесь к любому, берите чеки. Да? Есть еще понятие франшиза, то есть если вам там перевязали палец там, за 20 евро, то, скорее всего, это не страховой случай, никто им заниматься не будет. А наши люди провоцируют какие-то ситуации в принципе, и, может быть, они стараются найти какие-то изъяны и потом предъявить. Вот этого не было, а вот это могло бы быть. Есть такие клиенты? И что бы вы им сказали? Ну, скажем так, есть очень мало, слава богу, среди наших клиентов таких людей, которые стараются, скажем так, найти какие-то изъяны там в любом там отеле, в любой какой-то там экскурсионной поездке и так далее. С одной стороны, они обращают внимание на наше внимание на сервис, который им предоставляют наши партнеры там за рубежом, да, и мы делаем свои какие-то выводы. С другой стороны, бывают явно какие-то претензии, необоснованные, скажем так. По версии, не помню, одного из журналов, самая частая, скажем так, встречающаяся претензия русских туристов – никто не говорит по-русски, да, то есть… Человек приезжает куда-нибудь там во Вьетнам, а там никто не говорит по-русски. А в голове нет такой мысли, что международный язык-то, в общем-то, английский для начала? Да, у русских вот есть такая претензия. В любой стране, куда бы вы ни поехали, вас встречают русскоговорящие гиды. Это не обязательно русские, да, это может быть просто знающие русский язык гиды. И с ним всегда есть связь. А то, что в отеле на ресепшн кто-то не говорит по-русски, извините, это совсем другая страна. Огромный выбор новых отелей на летний сезон предлагается. Сейчас у нас в конце марта будет международная выставка, где мы подпишем контракты с новыми нашими партнерами, с новыми отелями. И у нас на сайте можно ознакомиться с предложениями на летний сезон. Нужно отметить обязательно, что многие отели участвуют в такой акции, как раннее бронирование, где можно реально сэкономить процентов до 20%. Забронировав сейчас отель, допустим, я лично рекомендую, если у вас отпуск в июле, в августе, то однозначно надо брать заранее, сейчас где-то в марте, в апреле, в крайнем случае, отели бронировать. А если начальник не отпустил вот на этой неделе и дал еще одну, что делать? Тут, конечно, очень все сложно, потому что те направления, где чартерные рейсы, начинаются очень большие проблемы с тем, чтобы перенести дату вылета или отказаться от перелета, то есть... Здесь, конечно, лучше спланировать четко отпуск. Если уж не получается, нет уверенности в том, когда у вас будет отпуск, значит, лучше прийти тогда, когда уже эта уверенность появится. Все больше люди интересуются какими-то новыми направлениями, на которых мы, допустим, не были. И, соответственно, обязательно с нашей компанией кто-то едет в эту страну, изучает там отельную базу. Я надеюсь, что все отдохнут с пользой. Вас благодарю за то, что пришли. Это была программа «7 минут». Отдыхайте с удовольствием.